Сувалки Плаза, торговый центр. Да, да. А ну, потрогай вушко. Можна потрогати, бо гарно ще. То спенджі. Мяу. То спенджі. Мяу. Не дотикай моїх ушок. Мяу. Йозеф. Да, ні, ти стой. Вулички. Сувалки. Городок польський. Привет. Вот такой вот сухой шампунь купила. Покупаю второй раз. Очень классный. Сделано это в Польше. Также польская фирма Заева. Пенка для очищения лица для чувствительной кожи. Пробовала ее. Очень классная. 150 мл. Такая приятная пеночка. Не сушит абсолютно. Также сама Дезик покупаю второй раз. Гарньер. Очень мне понравился. Повторила. Карандашик для бровей Эвелин. В цвете Талп. Классный карандаш. Также покупаю не первый раз. Покупала и темнее тон, и вот этот светлее. Вообще хороший очень карандашик. И удобный, тоненький. С другой стороны кисточка. В общем, все в этом карандаше меня устраивает, нравится. Ну, я буду покупать еще, и цена отличная. Консилер-корректор фирмы ПАЭС. Это польская фирма в номере 1 и 2. Единичка – это беж. Двоечка – это натуральный. Единичка светлее. Очень классный консилер. Не сушит кожу. Имеет такие легкие светоотражающие частички. Хорошо смотрится под глазками, освежает и очень натурально смотрится. Понравился этот консилер, просто ну, первый раз его покупаю и слышала много хороших отзывов. У меня помада этой фирмы бесподобная, очень нравится. И так же самое меня не разочаровал вот этот консилер, понравился.